Всем привет! Мы в игре Наблюдатель. Обсервер. Появилась у нас после нейросканирования информация о том, что в двух квартирах употреблялись всякие запрещенные вещества. И нашли мы квартиру предполагаемой знакомой. Наверное, все-таки нашего сына. Попробуем у соседей спросить, слышали ли они что-нибудь. Покинув разбитое сознание Амира Новака, Дэн понимает, что должен найти его жену, Хелену. Это она звонила человеку, находящемуся в квартире Адама. Поскольку блокировка все еще действует, вполне возможно, что она до сих пор где-то в доме. В пожирателе снов Дэн видел очертания тату-салона. Похоже, начать можно с него. Мы выйдем в тату-салон, спросим сначала вот человека. Он не хочет с нами больше разговаривать. То есть мы все, что их опросили. KPD. Полиция Кракова, можно задать вам несколько вопросов? Конечно, офицер. Всегда рад выполнить гражданский долг. Вы не замечали в последнее время ничего подозрительного? Возможно, соседи вели себя странно. Вообще-то, я слышал какой-то шум из 104-й, а потом оттуда выскочила женщина и понеслась прочь. А вы не видели, куда она направилась? Ну, не то чтобы я ее прям видел, я запах ее чувствовал, понимаете? Запах? Ну как будто вы его не чувствуете. Весь коридор провонял дешевыми помоями, которые она на себя выливает. Наверное, думает, что от этого становится похожей на леди. Понятно. Спасибо за помощь. А еще я слышал, как она пыхтела, постановая, словно шлюха. Вот так? Да, свет не видел такой дразнилки. Вечно со мной заигрывает, наклоняется к замку, под одеждой у нее ничегошеньки нет. Она ведь знает, что я смотрю, ей нравится меня задирать. Связалась с этим тупоголовым нариком. Чем он лучше меня? Знаете, им всем это нравится. Конченная косоглазая стерва, надеюсь, она получше заслуживает. Тогда поймет, как облажалась. Приползет еще ко мне на коленях, но будет слишком поздно. Слышите меня? Слишком поздно. Хорошо, я получил общую картину. Спасибо за ваш вклад. Да, конечно, офицер. У нас тут фантазер-наблюдатель. То, что он сказал косоглазый, значит, мы ищем азиатку. Скорее всего, это уже хоть какой-то... Полиция, можно поговорить? Наконец появились. Что за хрень происходит? Почему в нашем доме блокировка? Скорее всего, сбой. Я этого еще не знаю точно. Но и у меня вы этого не выясните, потому что я ничегошеньки обо всем этом не знаю. Что-нибудь подозрительное замечали в последнее время? Кроме блокировки. Ну, парочка из 104 недавно ужасно скандалила. Громче, чем обычно. Девчонка убежала, и все стихло. А видели, куда она побежала? Я обычно не сую нос в чужие дела, но судя по звуку шагов, могу сказать, что она побежала во внутренний двор. А что-нибудь еще можете о них рассказать? О парочке? Я их не очень хорошо знаю. Девчонка довольно милая, чего не скажешь о парне. А такое часто у них случалось? Вы видели, чтобы муж распускал руки? Не-не, он не из тех, кто бьет своих жен или типа того. Он просто... запутался. Ну а кому из нас нельзя такого сказать? А что можете сказать о женщине? О, она гром баба, работает в Хероне по две смены, чтобы содержать этого конченного зэка. Своего супруга. А не знаете, чем она там занимается? Вряд ли чем-то важным, иначе не жила бы в здешней дыре. Но выражение лица у нее довольно характерное. О чем вы?
Усталость, беспокойство, постоянно перепуганный взгляд. Думаю, это все из-за работы на корпорации. А что можешь сказать о мужчине? Его, кажется, зовут Амир. Он выглядит крутым, но у него такие, знаете, желтые глаза. Дергается, как нарик. Наверное, он и продает это дерьмо. Откуда вы знаете? О чем? О том, что он продает? Я видел, как он подкрадывался ночью с пакетами и все такое. Сильно сомневаюсь, что он работает почтальоном. А что-нибудь странное? Ну, хоть что-то. Да нет, это все. Разве какой-то козел привел в дом животных? Животных? Да, могу поклясться, я слышал в коридоре рычание. Я бы сказал консьержу, но он забудет все еще до того, как я закончу говорить. Спасибо, вы очень помогли. Ага, это что-то новенькое. Опять животные, опять рычание и рваные раны на теле. Картина не то чтобы вырисовывается, но дополняется. У нас какие-то странные существа убили уже двух человек. Есть тату-салон. Так, клиенты Амира, да, вот они. Комната 112 и 209. А 212 на этом этаже, да? Я, в принципе, могу даже до него дойти. Я только там не вижу. Или там... Кто-то пробежал. Он, кстати, говорил про запах, а я могу его своим этим зрением? Нет, я, наверное, такой биологический всякие остатки. Останки. Блин, подобрали, не посмотрев как. Да, здесь прохода нет. Или не спускаться. Вот он такой салон. Сначала сходим в него. Вовремя шарахнуло. Никого. Кассовый аппарат. Модель. Совпадение не найдено, да, очень старый. Персональный компьютер. А это...
плеер, наверное. Записывающее устройство. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте Алигьери. Цитата. Идет седьмой день моего принудительного заточения, я уже сейчас могу отбросить все сомнения и утверждать, что это настоящий ад. Эти люди давно умерли. Их тела еще снуют по их крошечным квартирам. Но разум давно уже покинул их. Почта. Обалденные татухи. Привет, чувак, я видел работу, которую ты сделал для моего друга. Специальное предложение. Надеюсь, это верный адрес. Если это не татусованный чернила Джека, пожалуйста, игнорируйте это письмо. Но если вы тот, с кем я вас считаю, один из ваших бывших клиентов рассказал мне о вашем особом направлении тату, высшего уровня, если вы меня понимаете. Мой сын очень хотел бы получить одну из них. На самом деле ему нужно это немедленно. Я знаю, что это дорого, но наверняка сможем договориться. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда прочитаете это. Оплата. Я помню, что ты велел больше не связаться с тобой, я удалил всю нашу переписку, как ты и просил. Я лишь хотел поблагодарить тебя еще раз за проделанную с моей женой работу. Татуировка оказалась произведением искусства. Она буквально не может себе представить жизни без нее. Ты просто спаситель. Будь уверен, я оставил остаток суммы к концу недели. Доставлю. Так что черкани мне, когда сможешь впихнуть меня. Я не пожалею денег, в смысле с наличкой. У меня напряженка, но ты ведь принимаешь питательные марки. Обожаю твои работы. Ага. У меня такое... Оп, стоп. Там же было еще разное. Скорее всего, он какие-то устройства им вживляет. Татуировка на голове была Амира. А стоп, Амира или того, которого первое мы нашли? Больше на штрих-код похоже. Программу выключаем. Я сегодня везде опаздываю, бедная Хелена. А ты не на страже, что мы за ней это увидим? Это Лазарский, 65-621 Оу. Нашел третью жертву. Время смерти около часа назад. Начинаю криминалистический анализ. А можно выключить музыку? Потому что я чувствую, мы криминалистический анализ будем проводить в полнейшей тишине. Дому не хотелось. Машинка, да? Голоинженер, инжектор. Ручная машинка. Обнаружены незарегистрированные довоенные компоненты. Беспроводная педаль. Ясно. Вот это что? Нейроимплант. Не поврежден. Хелена Новак. Средняя кнопка мыши подключиться. Младший программист. Давайте мы сначала все осмотрим, потом будем подключаться. Адаптер питания. Еще один плеер. Диктофон. Подумайте о том, чьи вы сны. Вы созданы день для животной долик, но к доблести, к знанию рождены. Мы все люди склонны оправдывать свое поведение. Мы не признаем ошибки и настаиваем на своей правоте. Думаю, что простаки, расследовавшие мое так называемое преступление, тоже думали, что поступают правильно.
Они не могли постичь простую истину, что прогресс невозможен без жертв. Прогрессор. С электронной вроде бы все, да? А вот кровище. Нормальные у нее методы работы. Так, это что? Царапины на полу. Словно ее сюда затащили. А, значит, это все-таки она. Я почему-то думал, мужик лежит. Кровь жертвы смешалась с чернилами, повышенная концентрация гормонов. Черт, только не говорите мне, что она... В качестве орудия убийства убийца использовал эту машинку. Кровь человеческая, А плюс группа. Незначительная коагуляция. Час прошел уже. Кровь, та же самая группа. Волосы, совпадение не найдено. Аномальная генетическая структура. Что за странные волосы? Он брать не хочет с собой. Этот полностью рабочий, но я не пойму, зачем нам его шевелить. Вроде бы со всех сторон все посмотрели. Ну ладно, подключаемся, чё ж. Внимание, попытка некроневрологического подключения является прямым нарушением закона о посмертном наблюдении 2061 года. В доступе отказано. Аварийный обход. Открой панель поддержки. Протоколы защиты отключены. Предупреждение, датчик активности мозговых волн отключен. Процедуры аварийного излечения отключены. Надеюсь, оно того стоит. Мы тоже надеемся, что это того стоит. Хирон Инкорпорейтед. Хирон, собеседование номер 3351. 3351. Младший программист. Загружено. Добро пожаловать, госпожа Новак. Вы ценный актив нашей компании. Ваш упоротый труд и преданность всегда высоко ценятся. Пожалуйста, расслабьтесь и отвечайте на вопросы настолько честно, насколько можете. Вы желаете процветание своей родине, конечно. Вы хотите сделать мир лучше? Да.
Смотри, да, она не работает. Вы хотите жить без страха? Не лгите нам. Вы хотите установить продуктивные отношения с корпорацией Херон? Да. Интересно. Вы будете сотрудничать? Нажмите клавишу О. Вы будете соответствовать? Вы будете следовать правилам? Следующий будет Y. Нажмите клавишу Y. Ага. Обей, подчиняйся по-английски. Республика, твоя мать. Херон, твой отец. Материнская любовь, безусловно. Отцовская гордость требует жертв. Вы готовы приносить жертву ради большого блага? Нет, не лгите нам. Мы не узнаем. Это не мы проходим тест, это мы видим, какие она ответы давала. Вы будете счастливы, продуктивны, трудиться ради большего блага. Вы будете подчиняться? Нет. Загрузка. Завершение оценки испытуемого. Проверка ответов. Анализ поведенческих шаблонов. Вычисление жизненных выборов. Предупреждение. Супруга испытуемого, судимости. Никаких обязательств по текущему назначению. Вычет очков незначительный. Предупреждение проигнорировано. Подсчет очков. Но у них аппаратура. Добро пожаловать в корпорацию Херон. Это наше первое собеседование. Самое интересное, что мы у того по в башке лазили, так и не поняли, кто его убил. Не понимаю, что это могло бы означать. Упавший, разбившийся офисный стул. Но мы видим все то же самое. Вот как она шла, да, на работу, вот она... Куда привыкла смотреть? Чуть сюда, а остальное просто для нее существует. Машины каких-то 70-х годов. А ее что тут делает? Опять эти помои. Это называется суп. Ешь, что дают, лучше он не станет. Ага, мы это видели с центром. С другой точки зрения. Это глист прополз. Эй, ты, иди сюда. Видимо, менеджер главный. Не пойму, я назад возвращаюсь? Нет. Что за потемки? Ну, в общем, она просто действительно пропадала на работе. Правда, я думаю, работа программиста немножко другие были бы картинки в голове, но сам факт
огромная часть сознания занята именно работой. Я не могу выйти из закрытого. Переговорное устройство под камерой. Что-то она, наверное, на работе случайно там узнала. Ага. Не совсем это был человек. Из тех, что даются лишь раз. Я же говорю, менеджер. Музыку выключите. Четко, но не нужно она сейчас. Посмотрим. Куда это мы? Уважайте наблюдателя. Видимо, при приеме на работу ее все сканировали. Хотел сказать, вот мы и дома. Но это не наша квартира. Карточка пациента готова для распечатки. Настройка автоматической печати 3.20. Давайте распечатаем. Можем уже? Нет. Какого-то подпольного доктора. Три. Сколько там? 20? Почему? Ведь сделал все. Почему не включается? Значит, все-таки... Трудом понимаю. Амир, ты помнишь, как мы познакомились? Такое забудешь. Привет, детка, я дома.
Это тут самая фраза вечера, когда все происходило. Активные какие-нибудь будут элементы. А, здесь проход есть. Это что такое за существо? Амир, это ты? Без 13. Это не мое отношение их. Странное какое. Могу я больше так? Просто не могу. Бесконечная работа и дома все повторяющееся, не бесконечно. Возьмите свой номерок. 896. Ждем. Это больница, видимо. Габинет лекарский. А, вот. А ты кто? А с мамой все будет в порядке? Она... Адам, она больна. Давай немножко уберемся терпения, об этом очень трудно говорить. Причем тут Адам? Причем тут его мама наша, как я понимаю, жена? Я не уверен насчет этого. Не уверен? Ты что, не слышал? Это же прекрасная новость. Давай еще раз все обдумаем. Да о чем здесь думать? Ты должен быть счастлив. А кто сказал, что я несчастлив? Почему мы в ее сознании присутствуем, да еще и в таком большом объеме, такими подробностями?
Это твой шанс. Нет, татуировки я делать не буду. А это что такое? Пирсинг, наверное. Ага, змеи, яблоко. Нам предлагают какое-то знание. План какой-то нам сейчас индюрят. Хорошо, теперь можно подняться. Просто не спешите. Все, уже все сделано. Поздравляю, теперь вы счастливая обладательница внутреннего хранилища данных ST-72. Я ввел вам катализатор, чтобы ткань быстрее заживала. Просто не снимайте повязку еще несколько дней. А вы уверены, что его не найдут? Хранилище оборудовано встроенным скрэмблером и сканированием... экранированным каркасом. Ни один сканер не сможет обойти такую защиту. Фактически это устройство призрак. Его никак нельзя определить, если только точно не знать, где искать. Скрэмблирование — это шифрование на лету. Данные шифруются в момент поступления. То есть у него такое устройство было, это явно. Ну, мы... могли об этом догадываться, что все у них через электронные устройства какие-то происходят события. Что это? Какого хрена ты с собой сделала? Даже не начиная, сделала то, что было нужно. Должен же хоть кто-то проявить в конце концов инициативу. Это что значит для меня? А как будто ты не знаешь. 500 этаж, не могу. Тут перила. Пройти почему-то не могу. 3003. 002. Первая квартира. Пожалуйста, дай я, блин, повысплюсь. Спокойно. Ну вот, начинается. Давай, скажи мне еще раз, какой я бесполезный. Что я не могу удержаться на работе, ведь никто не хочет нанимать наркоманов и зэков. Амир. Да ты хоть знаешь, во что ты ввязываешься? То есть это не просто так было сделано, она как-то денег хотела на этом. Наверное, украсть какой-то секрет. Но у меня не было выбора, нам нужны деньги, Амир. Она, наверное, у корпорации что-то хотела на это устройство записать. И вынести отсюда проблемы все. Любой ценой, говоришь? Любой ценой. Mark my words. Запомни мои слова. Эта фигня нас погубит. Эта фигня действительно нас погубила. Вот она, база данных проекта, загрузка. Она действительно что-то скопировала у корпорации. Выполнено. Вот. В это самое устройство. Но сейчас хотя бы понятно, что вообще... откуда... что прилетело. Что нет никакой мистики, а есть просто какие-то существа, которые подбирают. Подчищают. Пользу корпорации. Вот оно. Однорукий, одноногий, одноглазый человек.
бывший. Ищет, ищет. Как прятаться? Ты какой. Конец игры. Это потому, что у нас нейро... Барьеры мы сняли. Он, кстати, бегает моментально. Я хотел побежать в другую сторону. Когда он начнет с одной стороны обходить. Он просто мигом оказался рядом. Что делать? Под столом сидеть? Да ну мне что-то не нравятся такие игры. Куда уйдет? Типа охранная система. Мы взять-то взяли, надо же еще вынести. Сидит, что-то жрет. Надо как-то поближе к нему держаться, чтоб ходит он очень ограниченно в пространстве. Где-то там, наверное, думаю, раз оно вот здесь охраняет, вот здесь и выход. Ты это, сюда не ходи. Ты туда ходи, туда. Куда тебя обычно посылают? Бегом, 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 бегом. Корпорации-то не убежишь. Пойми, где я нахожусь. Sigh.
Еще. Я уже хватит. Мне уже хватило. Нет. А где он? Сюда, по-моему, нет. Сейчас еще будет несколько таких комнат, где нужно будет скопировать все это. Мы же уже поняли, что у нее это в голове есть. Надо отключаться и вызывать специалистов. Дешифрование. Чужих голов. Я вот сейчас хочу узнать, там еще было одно место. С него надо также копировать. Вон оно есть, да. Вон он. Торопись. В текстурках пересидим. Напоминать немножко Сому. Я там по серверной еще бродил также. Понятно, это все? Нет! Блин, а тут не прячется он. Это пипец. Там в дальнем конце все-таки то нужно было тоже скопировать. По-моему, он по этой половине больше ходит. А может, вообще тут 4, я еще одну пропустил. Вон он ходит. И то, что он ходит и ходит, на странные мысли наводит. По-моему, значок сохранения мигнул. Может, тут по времени сохраняет, и я хотя бы не сначала? В случае моего отъезда. Буду начинать.
Прохода по стеночке нет, но есть такие закуточки. Шлепать где-то его не видно. И что, он перестал уходить далеко? Буду в пол смотреть. Типа я уборщица. На стажировке. Вон она же где. И напомнило мне это еще игру Alien Isolation, которой нахваливали искусственный интеллект чужого. На самом деле он настолько был примитивный. Просто никакущий. Он просто знал где-то и постоянно вот шарахался. Этот по своему алгоритму ходит и ищет. Если мы не спалимся, он нас и не узнает, где мы. По-моему, маленький я себе нашел закуток. Перехвалил. Сейчас слышно, как чавкает. Пусть отходит, и мы попробуем дойти до терминала. Остановился, стоит. Пес, он рядом. Быстрее, на карачках бегом. Ёлки-палки. И тут нету закутка. Всё, мне пипец. Ну как-то, конечно, рисованы. Это только как бы первоначальное было. Первоначальный взлом, первоначальная попытка скачать. Основная эта база вон крутится. Но он не топает, может, он пропал? Я просто... Жалко будет, конечно, столько переигрывать. Я другого ничего не могу придумать. Информационный поток пошел. С Альфа Центавра. Сохранение мигнуло.
измельчитель. Включили. Что-то у нас тень мужика. Ну хотя она и выглядит как мужик. Так по телосложению. Так что неудивительно. Где? Что? Куда вот мыть надо? А, может никуда, может просто... Как фонарик использую. Вниз не могу спрыгнуть. Но горит только вот этот. И вот, по-моему, к нему как раз этот. Да, штекер. Да, блин. Еще один штекер. Это открыто. Что такое? Оба-на. Ага, она нет, открывает. Это ненормальные головоломки. Мягко говоря. Вроде все уже узнали, что теперь там бродить? Ну, закрыто. Копируем, наверное, то, что наворовали.
и взять уже не могу. Нужно быть и через офисы. Почему не могу шнур взять? Питания нет. Вот она и комната. Где первое убийство произошло. Ну вот, кажется, теперь у нас уже все есть все. А что это вообще такое? Лучше тебе об этом вообще не знать. Но это же нечто плохое, правда? Типа вируса или сверхсекретного оружия. Нет, ничего такого. А что тогда? Что вообще может стоить такого риска? Будущее. Надо вам к тому лучу, видимо, добраться. Так мы же уже все добрались. Че вы нас... Веди себя как обычно, он сказал, это невозможно определить. Это преломление того, что мы выносим в себе данные. То есть вокруг тревога. Пленка, из пленки. Магнитный, по-моему. Кусты состоят. Он-то сказал, что ничего необычного, что определить нельзя. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Ночь будем бегать. А, не будем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да ничего не будет хорошо. Ой-ой-ой. Блин, мне показалось, они прогресс сохраняют. Пойму, они болтаются туда-сюда.
Вот я бы сейчас за вот этими двумя пробежал. Ждем, пока эти улетят. Продолжаем топить вдоль забора. Эх, луч рядом. Нет, нет. Вот сейчас там никого нету. Самое обидное, что когда я приседаю, я не прячусь от них. Он близко летит. Да между. Не поднимаю я. Ладно бы еще мог присесть, спрятаться. Да я набегался уже. Или все-таки можно пересидеть, если не спалиться до того? Вот они все сейчас накинулись, потекли обратно. Вход у этого. Устройство есть? Вызов. Не знаю, смогу ли я заниматься этим дальше. Мне кажется, они обо всем догадываются. Не будь параноиком, никто ни о чем не догадывается. Ты не понимаешь, каждый раз, когда я туда прихожу, такое чувство, что они следят за мной. Вчера этот кретин начальник так на меня посмотрел, будто... В общем, я уверен, они все знают.
Если бы они знали, мы бы уже были мертвы. Может быть, они просто издеваются над нами. А какой мы с этого прок? Не знаю, может быть, так эти садисты снимают напряжение. Нет, это не их подход. Поверь, я достаточно долго поработал в корпорации, чтобы судить об этом. Их подход, не их подход. Доктор, когда меня уже отпустит? Зеркальные коридоры. Все будет в порядке, все будет хорошо. Амир, это ты? Все будет в порядке. Все будет в порядке. Наверное, тяжело смотреть, потому что постоянно по экрану все плывет. Тут надо не только предупреждение для тех людей, у которых эпилепсия, а и справку от психиатра. Хорошо бы иметь. Тут четвертый, это дом. Амир. А, дерется с кем. Вот оно. Беги, скорее позови на помощь. Они здесь, они пришли, помогите, умоляю. Салон. Он пытался говорить, типа, я тут контролирую все. Все могло быть по-другому. А где куда? Внимание, угроза десинхронизации, введите лекарства. Я контролирую ситуацию.
Анимированные чернила. Все синхронизирован, уровень рассинхронизации снижен. Не так было это больно на голову, как путешествие по мозгам Амира, но... Тоже ничего хорошего. По крайней мере, мы выяснили большую часть сюжета и вообще, что тут происходит. Что никакой мистики. А следы заметает корпорация, которую мы теперь знания... Наверное, пароль она сказала. 3615. Будем разбираться в следующий раз уже. Что у нас там? Обновилась. Найти тайный проход. Хелена куда-то бежала. Видел код 3615. Печатан в его воспоминаниях. Должно быть, он открывает расположен где-то поблизости дверь. Клиентами мира потом займемся. Не знаю, досмотрел ли кто-нибудь до конца, но спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего, удачи и пока. Надеюсь, никакого разрушительного... Воздействие на психику мы не получили. А будет такая тренировка нашей устойчивости психологической. Правильно он сказал, мы здесь контролируемся. Вот она дверь. Мы найдем потом, куда вводить код. Может быть, в компьютер.